Сейчас именно тот удобный исторический момент, чтобы по-мужски принять решение. Принять решение, поставить крест на армяно-российских отношениях, взять и прогнать из аэропорта российских сотрудников, взять и прогнать из Министерства обороны российских эмиссаров, разрушающих армянскую армию и передающих все данные об армянской армии Азербайджану, поставить перед российской армией условия: будете платить 500 миллионов долларов каждый год, ваша база останется. Нет, убирайте ее из Армении. Сейчас тот момент, когда России нет времени передохнуть, чтобы повернуться в эту сторону. Хватит играть в игры между Западом и Россией. Россия вместе с Азербайджаном и Турцией уничтожает нас. Единственный для нас способ защититься от них – это Запад. ОДКБ? Какая ОДКБ? Нет ОДКБ. А ОДКБ заявляет, что отправит своих наблюдателей. Давайте вместе договоримся. Разговариваем с Францией, с Америкой. ОДКБ не существует. Как раз завтра заявляем, что ОДКБ нету, российских войск нет, заявляем все это, и непосредственно после этого последуют такие вещи. Обращаемся к Штатам за помощью. Штаты готовы приехать для защиты, потому что если они приедут, они будут сражаться не с Россией. Россия не будет сражаться, а с Азербайджаном. А Азербайджан не будет нападать. Их интересы являются таковыми здесь, что они захотят обеспечить их на постоянной основе. Учтем, если их интересы не являются таковыми, убедите, что они это говорят просто так. Но я знаю, что это так. Следовательно, сейчас этот исторический момент. Будем сильно затягивать. 2 месяца спустя, возможно, больше не получим этого удовольствия.